Депутаты регионального парламента приняли 8 областных законов. Они внесли изменения в бюджет области. Речь идет о распределении дополнительного 1 миллиард рублей, который регион получил из-за перевыполнения областной казны. 600 миллионов направили на здравоохранение. В том числе 100 миллионов на приобретение льготных лекарств, за которые постоянно ругают областную исполнительную власть. 500 миллионов на ремонт, в том числе капитальный, учреждений здравоохранения Владимирской области. Финансирование социальной сферы выросло. Выделены средства на строительство нового корпуса психоневрологического интерната в поселке Гусевский, на открытие 3 сельских библиотек, а также строительство котельной в Камешковском районе. 220 миллионов рублей направят на образование, ремонт и подготовку школ к новому учебному году, а также закупку автобусов для школы микрорайона Коммунар. Кроме этого, выделены дополнительно 14 миллионов рублей на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных детских школ искусств. Около 102 миллионов на продолжение строительства спортзала с бассейном в городе Собинки и на оснащение спортивных учреждений Гороховецкого района. Депутаты освободили от транспортного налога ветеранов боевых действий, а также предоставили льготы по ипотеке медицинским работникам. Кроме того, был принят закон о порядке согласования кандидатов на должность заместителя губернатора области. Действует у нас устав Владимирской области, в соответствии с которым внесены изменения в закон о губернаторе Владимирской области, в закон о законодательном собрании и регламент Владимирской области. То есть сегодня, в принципе, мы можем уже рассматривать и согласовывать кандидатуры заместителей губернатора. Ничего этому не мешает. Губернатор решил внести закон отдельный, мы согласились с данным предложением. По новому закону губернатор имеет право вносить на согласование кандидатуру одного и того же заместителя не более 2 раз. Напомню, 5 из 8 вице-губернаторов новой команды до сих пор работают в статусе временно исполняющих обязанности. Должность одного заместителя главы региона вакантна. Татьяна Гордеева, Губерния 33.